Так, всем привет, ребят. Вы на канале Бутербродница. И сегодня мы посмотрим Тарков ПВЕ зону. Вот, я что-то на днях тут подзалипал в нее немножко, поднастроил, короче, звук типа в ней, начал что-то слышать, что-то как-то меня опять он затянул так. И я такой думаю, блин, надо поиграть, короче. В ПВП я точно не пойду, там делать нечего, мне там неинтересно, да? Вот, но есть вот такие вот приколы с ПВЕ игрой, короче. Я не знаю, что это, что они сделали вообще и почему. Вообще, почему он не может спокойно, хорошо работать? Есть, короче, ряд определенных проблем. Я настроил звук, да, все было хорошо. То есть, да, вы все же знают, что в Таркове звук вообще, ну, типа, его сломали, и все не работало, и все, это полное прям дерьмище вообще. То есть, со звуком, да? Вот. Я поднастроил, все начал слышать, все хорошо. Игра поняла, что у меня работает звук, все круто, я слышу, и все так, все, типа, замечательно, да, я, типа, получаю удовольствие и кайфую. Игра начала что делать? Она отключает сначала звуки шагов мне и вообще всем на карте. Со временем, после того, как она отключила шаги, получается, проходит минут 5, она отключает вообще все звуки. Ничего не помогает. То есть, когда тебя убивают, да, или ты выходишь из рейда, но я еще ни разу так и не вышел, меня зачастую убивали. То есть, тебя убивают, тебя только убивают, у тебя сразу появляется звук в игре. Я не знаю, это какой-то прикол из Таркова или что, что... Неважно, как, вот, в какой режим ты играешь в Таркове, да, ты должен получать сраную боль. Вот просто сраную боль. Они, короче, вначале у них была проблема, что типа тебя пушат орды ботов, да? Они это починили, чё кого. Сейчас тебя пушат орды ботов и орды ЧВК. Так, а где я? О, я вот сюда пойду. Мне же надо найти дурацкие флешки, газаны и все остальное. Тут у меня даже еще самые начальные же квесты. Я там, что, 16 уровня там где-то. Эй, закрывайся. Вот этот прикол с дверьми они так еще и не починили. Солево. Слушай, ну даже походу такое ощущение, что как будто даже это. Опа, АПшки, нихуя себе. Че за АПшки? Это сразу в жопу, блядь. Че хотел сказать-то? А. Ну и с ФПСом тут, короче, как ничего не решалось, так ничего и не решается в целом. С ФПСом как были проблемы, так они и остались. А я сейчас еще включил запись, и что-то проблема прям вообще. Ну не знаю, на записи, наверное, может быть не видно, но мой глазик видит, что как будто... О, подожди, блядь, эти спички надо, да? ФПС просаживается. Так, подожди, я ни рюкзак ничего не взял, ни каску ничего не брал. Я смотрю, либо флешки, да, либо газаны, которые мне надо взять. А в основном сейчас... Вот, спички мне надо, да? Потому что мы сейчас выйдем. Мы сейчас увидим. Сейчас по-любому должны боссы меня запушить. Я вот прям уверен в этом. Три прекрасных босса. А, у меня еще... А, подожди, у меня еще и МП-5-ка... сломанная. Она сейчас по-любому заклинит, а я не помню, как выводить ее из клина. Там какие-то кнопки да, дурацкие доходить. Что сначала осмотреть, потом то-се, туда-сюда. Не, анальгин у меня есть, мне его не надо. Еду в аду мы брать не... Вот чё ты? Еду в аду мы брать не будем. Аккумулятор. А это чё, пен монтажный, да? Ну да. Кто-то есть?
Ну, между собой там все стреляются. А еще я заметил, я если встречаю, типа, ЧВК нормальных, да? Ну, как нормальных, которых можно залутать, я их там убил, чё, кого, да? Все. Меня пушат вообще все, кому не лень. Бля, вот эту штуку надо посмотреть. Сейчас тут бах и аккумулятор, да, будет лежать? А, не, нифига. Газан. Блядь, давай вот здесь тоже газан. Или флешку, давай флешку. Ясно. Ну, на газан я наныл. Теперь осталось газан этот вытащить. Открывай давай. Так, а чё у меня по выходам вообще? Общага, старая заправка, ЗБшки, да? Чё, давай рискнем через эту штуку пройти? Очень сомневаюсь, что у меня это, конечно, получится. Потому что где-то здесь как раз стрелялись. Может, по записи у меня, кстати, и получится, может быть. Даже выйти. Водка лежит. Бля, надо рюкзак срочно. Где все эти? Где дикие? Где дикие? Где ЧВК? Где кто? Ален. О, идет кто-то. Давай, мати! Фонарик не поставил я. Отдачу, конечно, они здесь сделали. Ну, насчет отдачи могу сказать, что... Блять. Как мне хочется, чтобы такая отдача была в арене там. Или еще где-то. Она здесь очень приятная. Вот прям очень-очень-очень. Так, ну это первый дикий, да? Сейчас должны остальные прийти. Рюкзака нету. Тварь! Почему без рюкзака пришел? Переливы. А чё, один только придет, реально? Игра, походу, шарит, что я записываю и не хочет меня убивать. Хотя, еще максимально не вечер. Вообще, максимально не вечер. А, мне же еще надо тушенку, искру, всякую фигню собирать. Бля. Как, а че я без рюкзака вообще вышел? Я что-то не понял, да? Собаки, блядь, гавкают, слышали? Бля, как сейчас прилетит в жопу? А, снайпера стали здесь вообще жесткие, которые вот на крышах вот этих вот сидят. Это вообще, конечно, капец. Это что-то с чем-то. Стреляют в пупок муравью там с 10 километров. И убивают. Давай сразу тут проверим. Вдруг здесь аккумулятор лежит, что типа нам вернуться, когда мы найдем этот рюкзак. Ага, 10 аккумуляторов. Две свечки. Блять, свечки тоже нужны. Вот тут я понимаю смысл лутаться в Таркове. В Таркове здесь лутаться вообще это, блять, в априори надо.
И база есть, и жопа есть, и пиксели, и вообще все есть. Не то что варенье. Никого? Бля, ты чё? Это где? Вы где там так деретесь, а, ребят? Надеюсь, у вас с картинкой все хорошо, и это... И я это все оставлю. А, блядь, это они за забором в лесу дерутся? Тут нет снайпера? Тут бывает, лежит дурачок. Да, они, походу, в лесу, слушай, все дерутся. Этот убежал. А, блядь, я думал, он убежал. А он вот прилег. Бля, ну это, конечно, не рюкзак. Но... Разгрузить можно. Нихера себе! Ёп! Да, страшно. А вас что так тут так много? Там еще что-то убежало. Не понял. А ты что, под меня упал? Давай, давай, давай. А еще я так очень сильно отвык от того, что всякие приколы простреливаются. Я в эту арену сколько поиграл, и там вот это что там, дощечки, блядь, не простреливаются, в окне рама не простреливается, да? Обычный деревянный забор не простреливается. Вот это вообще, это так дико бесит нереально. Это в общагах, слушай, дерутся. Это сейчас в меня стреляли или нет? А, это не общага, это этот, слышь? Как ее? Заправка, во, блин. А... Ты чё, блядь? Нихуя себе, ты мне рот порвал, блядь. Да не дал я еще ёбу. С двух сторон, блядь, пушат. Охуеть, боты, да? Руки трясутся, блядь. Чё, ты мне дашь починиться? Да страшно! Подожди. Там на заправке что-то происходит. И вот... Это он в меня стреляет? Это он в меня стреляет. Блять, бежать надо. Скрываться. Так, перелом, проходи давай. Именно. Ебать, их там еще бегает. И еще он убегает.
еще кто-то кашляет. Нет, нет. Левый коронный, правый похоронный. Ты там уже кашляешь. А еще, кстати, вот, допустим, есть прикольная фишка в варенье, да, что я могу закрыть и докидывать патроны. А здесь я не могу закрыть. То есть здесь мне надо смотреть всегда в инвентарь и докидывать патрики. Вот это, конечно, неудобненько очень. Ебать, он там крактит, пердит. Патроны улетают, да. Но стрелять очень приятно стало. Если бы здесь бы проблему с читерами решили бы, я бы, скорее всего, может быть, даже и вернулся. Вернулся бы сюда. Уже раз здесь кого-то успели. Вот, тритон. Слушай, вот эта штука побольше моей. Сейчас... О-о-о! Блядь. Вот так, наверное, надо сделать, да? Да тут... Вот, сука, вот сюда это сложи. Вот идет уже, идет, смотри. Воу! Вот. Иди отсюда. Блять, там еще. А где тут был? Тут был с нормальным рюкзаком где-то тип. Я же видел. А, вот он. Ничего себе. Какой у него ключик, да? Подожди, а это что за отдыхающие? Это не я их убивал. О-о-о, а вот у нас чувачки, да? Бля, вот сейчас бы меня бы не убили бы как раз. А ёперный театр. Сука, ёбнули нас! Бля, тут нашего завалили! И уже двое! Пришло! Вот он! Вот еще тут, смотри, лежит отдыхающий, да? Смотри, они тут накромсали. Так, водичка, сок. Давай-ка докинем патроны. И надо на этот сбегать. О, видишь, они, смотри, они... Вот они за забором все ресуются. Их там толпы целые. Подожди, это вот тут они грены друг друга кидали, что ли? Около половины, да? Стекло. Кулер.
Давай, братан. О, флешку хочу, пожалуй. О, ваза, блядь. Так, давай-ка использовать все. Осталось. Слушай, ну боссов, походу, нет. На боссов я не напарюсь. Блядь, уронил, да? Вот этот бы прикол бы с подъемами починили бы. Аккумулятор, блядь. Вот это плохо. Как мне его засунуть? Сворачивать здесь ничего нельзя. Надо рюкзак искать больше. Хотя нет, смотри, тут убивали. Они типа что, убили и свалили? А сколько времени вообще осталось? 20 минут? Я думаю, пойдем с газанами выйдем. И еще раз сгоняем. Вот там пойдем посмотрим видеокарточку, что кого. Наверное. Если выживем, конечно. Нормально. Лутают. Рюкзак надо взять. Это чего, блядь, сейчас было? Вы видели? Как хорошо, что он в этот момент не стрелял. Я очень рад. А пацаны тут своих лутают. Раздевают, лут собирают. Смотри, там он уже разгрузки валяется, все как надо. Не, я думаю, нам надо это. Взять большой рюкзак и нормально залутаться. Так что давай, наверное, мы сейчас по-быстрому прям выйдем. И еще одну катулечку запишу. Я заодно запись проверю. Ну как? Скорее всего, я не буду проверять. Я наебу. А проверю, когда все запишу полностью. Вот это что, давай штуку проверим. Вдруг здесь еще есть газон. Вот эти вот. Трубки взять. Блядь, да вы что, угораете, что ли? Капец. Не, сейчас я выйду, наверное, с огромным рюкзаком прям. Ой, там стреляются. Сейчас какой-нибудь большой-большой рюкзак прям купим. Тысяч за... Да ё... Тысяч за 100. Слушай, ну и всякие крысы не подсиживают, да? Неплохо. Так, лампу погасить. Патроны, при том, что еще заканчиваются, надо патроны взять в любом. По-любому. Давайте. Магия монтажа, ребят. Так, что, пошли? И прям вот тут уже типы. Я прям на типах заспавнился. Я слышал, говорили. Купил большой рюкзак, называется, да? Справа за забором прям находятся они. Куда? В эту убежали они. Я прям слышал, они говорили. Может быть, типа это баг и...
Ой, зачем я их подобрал? Ну, в хате вроде не слышно. Еще прикол есть такой, что типа... Они могут сидеть и вообще не шевелиться, не дергаться. А ты выходишь такой... И тебе сразу автоаимом в голову летит все. Вот это, конечно, тоже приколы прям такие хорошие. Мне это очень сильно нравится. Бля, я опять фонарик забыл поставить, да? Тушенка. Это мне надо. Это я возьму. Бля. Так, ну, флешки и газаны никто не отменял. Так что лутаться нужно. О, пауэрбанка, неплохо. Тут и справа идет. Как будто бы. Опять общежитие 206. Ладно, давай возьмем. Блин, я квест не сдал по воде, чтобы сейчас пойти и взять воду. Ё-моё. Вот это я, конечно, опрометчиво поступил. Евро возьму. 42. Давай, газан. У-у-у. Слушай, ништяк. Зато я хотя бы... Ну, если я сейчас выживу, хотя бы газанчики сдам. Еще бы флешечку бы найти. Было бы вообще замечательно. Опять доллары. Но флешку я, скорее всего, хрен найду. Сейчас бы мне оттуда не прилетело сюда в окно. Да бля, открывай давай. Ну, нет, это я не буду. Так, давай на улице чекнем. Два ящика. Да тихо. Тут, знаете, тут, короче, боты и свита стреляют не хуже всяких читеров. Но в этот раз что-то тут ничего такого. Вот взял рюкзак, да? Был без рюкзака вообще. Сыпало все, что надо. Все. Тут вообще пустой ящик. Понятно, блядь. Спасибо. Опа, дверь открыта. Опа. Опа. Опа, тут кто-то пробежал насквозь. Бля, вот тут и в стройке, что ли, сидит? Ой, это в меня. Это в меня стреляют. Тихо, пацаны, идите в жопу, я вас вообще ни хера не вижу. Ящика нету. Давайте, ребят, вы сами меня это, ну, типа, идите пушить меня, пожалуйста. Опа, вазелин. Давай это тоже все возьмем. Я не пойду их пушить. Я не вижу ни хрена, где они там. Глушитель. Каска. Четвертая. Слушай, вот так, наверное, надо сделать. А вот это выбросить, это херовая каска же у нас идет. Смотри, прицел. Вот это я возьму. Пистолеты не хочу. Вот это вот все пойдет на продажу. Деньги надо поднимать, потому что я что-то... нифига вообще по бабкам это. Ну, ни хрена не лутаю. Просто тупо бегаю и все. Я же там Джека вынес себе, да? Оп, дневничок. А еще же надо сейчас репутацию. Надо сначала сейчас все торговцам продавать, а не на барахолку. Надо же с ними набить репутейшн. Тихо, блядь, я обосрался.
кепка, сам ты кепка. Но это не он по мне стрелял, это факт. Аккумулятор, да? А, нет. Нет, это мне не надо. Пойдем наверх. Наверху посмотрим. Где стреляются? Опять на том же самом месте. Так, вот эту тушенку тоже надо будет потом вроде по квесту сдавать, что-то приносить там. И где все ЧВК? Я что, никого вообще встретить не могу? Блять. Подожди, это вот этот снайпер меня сейчас стрелял сверху, который? Нет, не вижу его там. Ну, я что-то больше не хочу здесь находиться. Какие-то подлаги дурацкие, блядь, местами. Мне это не нравится. Давай докинем патрики. Докинуть патроны, нам нужно немножко ту-ту-ту-ту-ту, бу-бу-бу-бу-бу. Что-то показалось мне, да? Пойти в сторону общаги? Сходить, может быть, да? Вот отсюда по мне кто-то стреляет. Я только не понимаю, кто и где. Пойдем в общаги и заправку глянем. Может, там типа свита где-нибудь? Тишина. Откуда стреляли? Опа. Отдыхающий, смотри. Бот? Бот. А где все вообще? Где боссы? Где ЧВК? Ёб твою меч! Ебать, они тут сидят. А вот это и там ЧВК, и там ЧВК. Ну вот, Костян, да, выделался, да, побежал посередине. А, давай-ка вот так сделаем. Так, этот смотрит на меня с окна, да? Давай докинем патроны. Посмотрим, может быть, пушить побежит. И мы его такие, оп, и убьем. А может быть и нет.
Бля, они игре накидают. Еще. Вроде никого. Ага. Так, я не понял, ты почему в них не стреляешь? У тебя выбор какой-то, только в меня стрелять, блядь. Охеренно, да? То есть он просто в меня сразу зажимает. Вот, а в бота он не хочет стрелять, да? О, он меня запушил все-таки. Даже тут крысиная игра получается, да? Еще один. Пизда. Нет, не пизда. Осколочная. Бля, надо было перепрыгивать, кстати, и уходить. Ну и все, я сейчас, походу, их ни хера не залутаю. Куда обойму дел... А это что такое под ногами? Почему обойма вываливается, я понять не могу. А, я, может быть, быстро два раза жму, и он мне скидывает обойму. Не, подожди. Вот это закидывай. Опять лагануло что-то. Игра, блядь, лагает. ПВЕ режим лагает. Господи. Когда вы доведете до ума Тарков? А, ребят. Когда? Так, давай слева посмотрим. Вот это кто был? Это же тоже ЧВК типа был, да? Да, 29 уровень. Это я заберу. С него уже ствол украли. А, или он что, с пистолетом только был? И вот тут двойка у меня, да? Унтер, go home! Бля, надеюсь, не убьют. Блять, вот что-то слышу. А этот где лежу? Блять, у него каска хорошая. Ебать, просто ты посмотри, что наделал, да? Эту штуку вот так вот. Ой, фонарик. Кстати, прицел можно вот сюда накинуть, да? Так, а где у меня выходы? Ой, погнали выход, короче. Блять, ничего. А я похавать брал с собой, нет? Это нельзя хавать. Или это что, меня от таблеток несет сейчас? Это отходники какие-то новые, да? Надо выход валить, короче. Ну, я, скорее всего, сейчас не выйду. Далее тут
черно-белое, тут зеленое. Так, это что меня херачит? На более утоляющих. Так наоборот же, на более утоляющих. У нас на заправке сидит народ, да, я так понял? Нету? Не, нету. Я вот сижу на второй монитор, смотрю, где записывается. Мне кажется, в записи картинка красивее, чем я вижу. Это, конечно, прикол какой-то. Так, вот тут мы можем еду найти. И босса. Ебать, какая броня хорошая. Блядь, бежит справа. Внутри, сука. А это что сейчас не простреливалось? На тебе нахуй. Они просто не дают лутать. Да блять. Вот это, конечно, вообще прикол. Так, это я забрал. А, ну теперь надо еще, сейчас полгода, сейчас подожди. Патроны теперь докидываем. Теперь нужно подождать еще. Нет. Давай, пойдем-ка это делать, наверное, в хате, да? Блядь, тут ботов этих хрен залутаешь. Да открывай давай двери быстрей. Давай. Вон оно, блядь. Блядь. Заснул я его. Да, блядь. Ой, ты сука. Ты посмотри, какой урод, блядь. Я не знаю, насколько я здесь вообще смогу выйти. Не смогу ли вообще выйти. Давай, зашивайся. Боты, блядь. У меня еда кончается. У меня живот выбили еще. Мне надо вообще по-быстрому хилиться сейчас. Сейчас вся энергия выйдет, и я умру здесь просто. Просто возьму и умру. Все, хиль давай. 12, да?
Так, давай. Еще вон пришли, слышите? Надеюсь, что в окно не будут стрелять. Надо вообще в темпе просто брать и бежать отсюда. Потому что сейчас еда, вода кончится, и все, мне конец. Здесь с голоду можно умереть. Это как бы, ну, не арена. Хотят тушенку бахнуть одну. Но там деградация начнется. Давай-ка съедим. Ну нет. Паскуда, тварь. Ты чё, блядь, дурак? Тоже, блядь, в разгрузке, смотри, какой хороший, да? Так, все. Давай на выход. 16 минут, тем более. Блядь. Ребят, все, я убегаю. Я просто бегу. Вот так вот хочешь, знаешь, да, расслабиться вообще от Таркова полностью. От PvP режима, там, от читеров, от всего такой. Заходишь в PvE режим, а тебя просто боты насилуют. Боты, боссы и все в этом духе. Прекрасно? Я считаю, прекрасно. Нет, Тарков, вот по поводу Таркова, он со своей задачей полностью справляется. То есть, как бы, полностью довести игрока до белой горячки, это вообще. Тут у него миссия выполнена. Вот тоже мертвый, блядь, лежит. Притом, со всем этим количеством, да, вот этих вот ботов и всего остального... Блять, нихуя не попал. А вот он попадет. Охуенно. Где еще дробовик? Пацаны, в сторону. Это босс? Не хочу, чтобы это был босс. Вот вообще не хочу. Ебать, ты чё? Ха, умер от грены? Ну ладно. Куда побежал? Стой! Вонючка, блядь. Сколько патронов? Тихо, тихо, друган. Не переживай. Все скоро закончится. Все скоро закончится. Ну, патрон, конечно, здесь уходит очень много. На докидку патрон надо брать прям, ну, вот вообще, килограмм просто. Просто килограмм патрон. Ой, второй газон, смотри. Бля, не зря сюда зашел. Все. Это точно на выход. Мы должны дожить. Вот, ну, а пока я тут ковыляю до выхода, что хочу сказать, ребят, на этом все в целом. Пишите комментарии, если хотите смотреть Тарков PvE.
именно Тарков ПВЕ, там, прохождение миссии, там, не знаю, пишите, может быть, я буду записывать даже ролики по Таркову. Угу, спасибо, блядь. Урод, блядь. Убьет сейчас, да? А я его не вижу, все. Бля, идите в очко, пожалуйста. Бля, я очень хочу тот рюкзак. Нет, не хочу я эту гранату. Не хочу я этот рюкзак. Все. Вообще не хочу рюкзак. Видите, они просто килограммами тут спавнятся. Дайте уйти, пацаны. Вот, так что хочу сказать. Всем спасибо, кто досмотрел тролль до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Телеграм, где вы узнаете о всех свежих новостях канала. И Дискорд есть. Так что все ссылки в описании. Переходим, пользуемся и радуемся. Вот. А если у вас не работает YouTube, переходим на ВК, и все ролики я там дублирую. Можете там все смотреть в целом. Вот как-то так. Так что все ссылки в описании. Вот давай посмотрим, сколько у нас тут диких получилось мы навалили. Я не знаю, в PvP таких проблем с диками нету. А, ну она походу... А, нет, вот, отвисла. Я думал, зависла, и думал, все уже. Ой, а что тут получилось-то? Ну, 21 дикий и 3 ЧВК, это, конечно, жесть. Это вот прям жесть, жесть, жесть. Это очень много. Вот, ладно, что, ребят, всем спасибо, всем хорошего настроения, до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока!